этот фильм Марка Захарова «Убить дракона». Да. Ведь большинство восприняло этот фильм как порицание сталинизма эпохи Сталина. Но мало кто обращался к первоисточнику пьесе Евгения Львовича Шварца «Дракон». А вот если обратиться к первоисточнику, то выяснится, что Ланцелот курит трубку. Пьеса написана в 43-м году. Гитлер не пил, не курил вроде как. Черчилль курил сигары. Трубку курил Иосиф Виссарионович Сталин. Далее Ланцелот в одном из эпизодов перечисляет свои раны. Количество там разных ран.